Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, я продолжаю играть в игру Puzzle Zombie. Компания. И что нам тут? Пробиться из окружения. Так, у нас тут новые виды зомби и, как всегда, босс в конце. Ну что же, поехали. Когда враги накладывают на себя бафы, мы можем использовать в бою героев с навыком рассеивания с врагов. Слушай, а здесь еще будут бафы, оказывается? Ха! Не все так просто. Ну что же, поехали в бой. Мне команда это вполне устраивает. Нам нужно будет, наверное, еще немножечко подкачаться потом. Но это все со временем. Многие сравнили эту игру, кстати, с Puzzle Империей. Да, ребята, она похожа тем, что, естественно, тревлят. Также можно любую игру абсолютно сравнивать с ней, где есть тревлят. Так, ну-ка давай-ка вот так вот бомбанем. Ух, как шикарно, кстати. Вау! Суперская была комба на самом деле. И многие говорят, почему ты, Рэй, не используешь навыки своих героев. Ребят, ну, если я могу справиться так, зачем, как говорится, тратить? Смотри, у нас желтые, да, желтые это вот эти. Против них фиолетовые хорошо действуют. Против этой использовать лучше красных. Угу. Так, а у нас здесь и нету с тобой, да? Ничего такого подходящего. Ладно, бомбанем, что есть. Как говорится, о. Слушай, они почему-то от красных неплохо получают урон. Ну давай. Сразу минус, елки-палки. А это, наверное, будет минимальный урон, да? Ну, как сказать, не то чтобы минимальный, но приличный. Так, все, половина мимо пролетела, как всегда. Ёпрсте. Ушатали. Переходим с тобой на третью, последнюю волну. Хей, вурдалак. Давай вот так вот сделаем. Опачки. Ну, неплохо прилетело эти. О, вообще замечательно. Так, минус. Так, надо... Что он там? Кровотечение повесил. Вот жук. Давай так сделаем. О, вообще урона не получает. Что за дела? Он у нас зеленый. Против него красный эффективно. Ну-ка. Да, практически смели его. Все, ребят. Остается последний зомбик. Давай вот так вот сделаем. И ушатаем. Все, найс. Мы прошли с вами этого ханорика. Скоро, кстати, уровень, судя по всему, мы получим. Оу. Какой-то чудик нам достался. Так, переходим. Ё-моё, нифига ты крикун какой. Так, предметы. Когда я получу предметы или амуницию какую-нибудь, а, новую? Кто мне это скажет? Ох ты, фиолы. Ну, против них, естественно, будем использовать желтую атаку. Сразу смели. Хорош там царапаться. Поехали. Неплохо всхлопотал, да, парнишка? Давай так вот сделаем. Хитрость. Тоже неплохо сносит, кстати. Хм. А если так? Ах ты, жив еще. Ну, давай добиваем его, короче. Переходим с тобой на следующую волну. Так, мы можем вот этого сейчас, наверное, хлопнуть. Так, он второго уровня, а этот чудик четвертого. Так, что, мы, наверное, так сделаем. Окей. Теперь вот так. Вот здесь лучше. А, мимо, мимо же, ё-моё. Блин, не посмотрел. Ну, давай тогда взрывчатку. Тихо, 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 родные мои. Не буяним. Так, минус и... Пронзающая атака. То есть она копья свои бросает. Ух ты, нифига себе. Сколько у него там рук? Три? А почему не... Ну, почему не четыре, а три именно? Ладно, фиг его знает. Чудной босс. Тихо. Святая атака. Отлично. Так, давай здесь бомбанем. Так, досталось, да? Хм, ну давай вот так вот. Да что ж ты будешь делать? Что? Смертельная цепь? Ё-моё, еще и отравили. Так, ну-ка, паршивец, гранату получи. Так, а этого будем, наверное, расстреливать с тобой. Так, подлечи, пожалуйста, у нас медик. Еще атаку. Так, гранату взрываем с тобой. Хорошо пошло дело, хорошо пошло. Блин, бедный пацан сейчас отдуплится у меня. Надо что-то, надо поспешать.
Все, хана ему. Ух, успел. Блин, нифига он пацана раскромсал, а? Еще бы немножко, и мы бы потеряли. Я, кстати, не знаю, что будет, если мы с тобой теряем бойца. Мы его насовсем? Или он все-таки... Ух ты, какая злая кикимора. И мы с тобой до сих пор еще первого уровня. Все бойцы у меня первого уровня. Это нехорошо. Это нехорошо. Так, давай. Нормуль. Смотри, как прекрасно мы их разбираем. Но это еще не конец, естественно. Только начало. Так, взрываем. А, все мимо пролетает, блин. Взорвал тоже. На свою голову. Ну, давай здесь сделаем. Так. Давай-ка попробуем этого. Добьешь ты у меня? На изи просто разобрала. Ух ты, этот выжил, хлопчик. Этот хлопчик выжил. Ладно, здесь пропускаем. Опа, брось гранатку ему. Отомсти, как говорится, за себя. Кстати, граната, я так понимаю, ребят, наносит массовую атаку всем врагам. Вы что, специально делаете, чтобы у меня не было нормальных каких-то комбинаций? А? Я не понимаю, он зеленого цвета. По идее, должен получать минимальную атаку от зеленого, да? Но он получает, причем довольно неплохую. Неплохой урон. Так, уничтожили. Ох ты, этому парню сейчас, по-моему, не повезет. Давай гранату бросим туда. И этого надо нам прихлопнуть. Изи. Ну что, где у нас там мини-боссик? Покажите мне, как выглядит. Ё-просто, нифига ты. Какой-то напоминает мне какого-то варвара. Только бешеного. Давай вот так вот сделаем. Слушай, давай-ка мы по нему хлопнем. Что ты там чудишь? О-о-о-о. Так мы, парень, далеко с тобой не уйдем. А вот это уже другой разговор. Вот так вот и вот так вот и надо делать. Ну что, парень? Какой-то... Ой-ой-ой, какой-то рой вызвал. Готов? Готов. И добиваем, скорее всего. Да. И это они только первого уровня. Я боюсь представить, что дальше там будет. Но нет, уровень мы с тобой еще не получили. К сожалению. Так, можно мне кого-нибудь прокачать или... Так, вербовка. Ага. Легендарных бесплатно? Конечно, хочу. И кто мне... Опа. Сато. Редкий. 3 звезды. В плане 190 уровень. Какого лишь у тебя 190 уровень-то, а? Парень, не перегрелся ли ты? Ух ты. Миюки. С таким маленьким пистолетиком. И это ты пошла против зомби? Навык. Так, наносит 180% урона врагу. Наносит 200... А, ну это уровни. То есть, я так понимаю, перки тоже можно будет прокачивать. Да? Давай еще вербовку. Ух ты. Донахью. Почему? А, максимальный уровень, да? 190, все, понял. Так, что он там? Наносит 180% урона врагу. А здесь при получении урона от обычных атак и прямого урона от навыков есть 10% шанс получить 25 защиты длительностью 2 раунда. Вот так вот даже. 3-звездочный это Донахью. И еще вербовку. Джессика. Так, максимальный уровень 140. Восстанавливает 22% ОЗ применившего навык бойца и ближайших членов команды. Вот так вот. Последняя вербовка у нас остается. Нет, ребят, не остается. У нас закончились попытки. Дополнительные награды. Хм. А я хочу получить дополнительные награды. Так, что у нас тут? Изменить команду. Изменить команду. Например, мы можем убрать пацана, да? Он зелененький, то есть... Хотя... Зелененький, красный, синий, желтый, это у нас... Кто будет наносить лучшую атаку, да? Определенными... Определенным цветом. Как бы они тут все хороши. Но лучше брать, конечно же, героев с 3 звездами. Давай-ка мы... А как убрать? Изменить команду. Ну вот я, например, хочу ее убрать, а вместо нее поставить, ну, вот так вот. Угу, убираем, ставим.
Так, эту девчулю с тобой уберем, поставим. Ну вот у нас тут есть паренек. Мощь команды 1417 уже. И все, остальные тут у нас пошли двухзвездочные и однозвездочные. Сохраняем. Так, ну что, пошли дальше пробиваться. Так, этот че? Ага, этот как у нас был самый первый, да, босс получается? Ух ты, вурдалаки, упыри без глаз, бля, противные. Поехали в бой. Ну, давай потанцуем. Так, неплохо. Тихо ты. Одного минусанули мы с тобой. Продолжаем. Так, пошло, пошло, пошло дело. Уничтожили. Здесь ничего пока поближе нету. Причем ни один суперудар у нас с тобой не накопился у персонажей. Все. Так, и тут 4 волны. Вот что я увидел. Ох, как классно мы его сейчас тут бомбанули. Давай так сделаем. Минус один, минус два. Нам надо вот этого теперь шлепнуть. Так, что мы можем... Давай проверим, что этот парень делает у нас. Хо-хо-хо-хо, безжалостная рука, просто порвал. Просто порвал его. Так, что-то вот эти чудики мне не нравятся. Крепкие, хотя нет. Так же легко разбирается. Уничтожим с тобой? Он вообще урона не получил от синего, прикинь. Давай так сделаем. Минус два. А, вот так если. Ну-ка. Хорошо. Давай-ка его расстреляем. Изи. Так, последняя волна у нас или какая там будет? Последняя. Тут уже типа два босса сразу же, да, встают у нас на пути. Подожди, вот так вот сделаем. Так, пошла, пошла камбуха. Давай сюда сделаем. Слушай, ну неплохо мы его тут нашинковываем. Давай проверим, что ты делаешь, парень. Ага, типа из УЗИ стреляешь, да? Слушай, пацан что-то отгребает у нас вообще по полной программе. Давай хильнемся, наверное, с тобой. А что ты хиляешь-то только этих? А пацана что, не надо, что ли? У него и так здоровья мало, блин. Пацана-то надо было в первую очередь хильнуть. Блин, не получает урон. А так? Уничтожили. Опа, кровотечение повесил. Ну давай так сделаем, фигли. Все в трубу. Расстрел. Блин, мне пацана не хочется потерять. А все идет именно к тому, что он сейчас бросит гранату. Да что ж ты будешь делать? Такой живучий, а? Ну-ка, так если... Добьем в конце-то концов или нет? Да. Блин, пацана надо менять. Уровень, давай уровень, уровень, уровень. Чуть-чуть, блин, не хватило, 98%. О, еще одно звездочного получили с тобой. Так, этот у нас идет на повтор. Это вот он был. У нас в 2-2. Теперь он 2-5. Ну что, погнали. Так, ну с этим, я думаю, все будет довольно легко и просто. Давай взорвем. Так, теперь этого уничтожаем. О, уничтожаем, ага. У него, блин, иммунитет. Опять впустую. Давай вот так вот. Двойная комбо, отлично. Из УЗИ шмальнуть, что ли, по нему? Ну все впустую, все впустую. Куда? Во. Давай вот так вот сделаем. Изи. Да куда ж ты срабатываешь-то? Можешь подождать до следующего? Да ну, хорош, блин. Так было все великолепно, а надо было вот испортить. Так, давай все фиолы с тобой активируем. Ух ты, минус один сразу же. Сразу же минус один. А тут если? Отлично. Так, взорвем гранатку. Почти, ребята. Почти уничтожили. Добиваем. Так, тебя вот так попробуем сейчас ушатать. Вот так.
Неплохенько, совсем неплохенько. Ну куда вы все мимо-то, а? Мы можем, в принципе, желтый с тобой активировать. Изи. Так, все-все-все, успокойтесь, больше не надо тратить. Босс. Ну, мини-босс, так скажем, да? Мини-босс. Давайте невухой попробуем бомбануть. Слушайте, него неплохо бомбит вот именно простых, обычных зомби. А вот почему-то именно на главаря их него не очень хорошо действует. Ать! Отравление опять повесил, а? Он опять повесил отравление. Так, одного ушатали. Это уже хорошо. Да чтоб тебе. Опять пацан у нас, бедняга, страдает. Этому по барабану. От синих они урон вообще не получают. О-о, мне вот это не нравится, ребята. Вот такой исход мне совсем не нравится. Лечи, доктор. Почему ты только трех ближайших? Наверное, надо его ставить посередину. Да, чтобы он, ну, мог, по крайней мере, лечить всех. А то он лечит только вот этих двоих, и все. У нас яд отнимает по 5 здоровья единиц. Мне это совсем не нравится. Смертельно. Ты достал своей смертельной цепью-то, эй. Давай взрываем тут. Есть, наконец-то ушатали. Победа. Блин, пацан, конечно, себя чувствует очень фиговенько. Опять это достался. Вот эти вот однозвездочные, ребят, у нас с вами пойдут на корм. Так, вместимость героев повышена с 53 до 56. И как ты понимаешь, у нас будет с тобой... Ну, слушай, они не очень-то похожи на зомби. Больше на каких-то вандалов. Согласись. Так, мы только что получили слабодействующую инъекцию. Они помогут нам в бою. Давайте возьмем их с собой. Давай. Я давно уже ждал. А что она делает? Почитать не смог. Что ты делаешь? Не показали ни шиша, что она делает. Но я так и знал, что это не зомби. Это какие-то вандалы. Ну, давай попробуем потихонечку. Блин, да что же они... Так, нашим героям нанесен урон. Используя слабодействующие инъекции, чтобы излечить их. Да какой урон-то? Никакого урона не было вообще. Я понимаю, если бы у него действительно был там урон. Но он же нормально себя чувствовал. Так, нифига мы там комбинацию с тобой сделали. А ты получаешь урон? Да, от зеленого очень, причем неплохой. И от фиола. И от краснухи. Ну, давай вот так вот сделаем. Сейчас мы его добьем с тобой фиолетовой. Вот так вот. Тут три волны. То есть первую мы с тобой прошли. На третий будет, как всегда, босс. Ага. Бомжи какие-то. С этими у нас, как их? С мусорными крышками там от баков бегают. Блин, нифига на них не действует, понимаешь? Синие здесь вообще бесполезны. Против любого, кого не возьми. Видишь, вообще по нолям. Мы только помогаем им накопить энергию. Давай вот так вот. 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 Вот это я понимаю. Вот это называется отыграли. Так, и последний ханорик. Ну-ка, влупим по полной программе ему. Фигово влупили. Фига он там копья свои бросает. Он бросает копья. Но добили. Ну что, готовимся ко встрече с боссом. А вот она, 4 уровня. Давай с гранаты начнем. О, прекрасно. Так, а если я сделаю вот такой ударчик? Слабо. Фигня какая-то. Гранату. А добить сможем? Да. Так себе босс на самом деле, да? А ну-ка, что ты там делаешь? Почти, друзья мои, получилось у нас уничтожить его. А ну-ка. Изи. Хильнемся. Ну, это так уже просто. Чтобы не пропадать добру, как говорится, зря. Блин, ну мне надо, чтобы здесь какая-то комба выросла. Ну, хоть что-нибудь-то дайте. Вообще ничего не могу сделать, прикинь. Могу взрывать гранаты. И все это улетает в трубу. Как назло. Давай так сделаем. Все.
ушатали. Так, по идее, мы прошли с тобой, да? А, еще один персонаж однозвездочный. Так, открыты новые функции. Разблокирована фабрика, открыто создание предмета амуниции. Отлично, мы получили схему строительства фабрики. Теперь мы можем построить свою фабрику в убежище. Теперь мы можем сами изготавливать амуницию. Так чего же мы ждем? Скорее начнем производство. Окей. Выбрать свободный участок земли и построить фабрику. Ну давай, построить фабрику. Делаем. Давай попробуем произвести немного слабодействующих инъекций. Давай, что для этого нужно нам? Консервы и кровь? Ускорить. Получить. Одну инъекцию все. Всего лишь одну инъекцию. Так, бонус у нас какой-то тут светится. Получить, Йоланда. Нифига, 4 звезды. Ух, это новый персонаж, так ведь? Это, нет, пополнять ничего не буду. Так, улучшите командный центр до 3 уровня. Так, что у нас там, вербовка опять открылась? Ну давай, 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 сделаем с тобой вербовочку. Так, Девора. Опять же, с каким-то УЗИ. Еще одну вербовочку с тобой сделаем. И... О-о-о-о-о-о-о! Что это такое? Вау! Уолтер! Нифига у него навыков. Наносит 240 урона врагу и наносит меньше урона окружающим врагам. Так, здесь у нас обычные атаки и атаки навыков имеют шанс 10% игнорировать защитные бафы противника, включая контратаки. После начала боя случайный враг получает минус 20% к защите. Длительность 3 раунда. Навык можно использовать один раз за бой. В бою против игроков эффект навыка слабее на 50%. Ага. В бою против игроков? То есть тут еще ПВП что ли будет? Да ладно, серьезно что ли? Нифига себе, если тут будет ПВП, это будет круто. Так, задание. Что-то мы с тобой сделали и получаем награду. Вау. Билет для, для вербовки эпичного героя. Слушай, это круто. Давай, я с удовольствием хочу завербовать. Дайте мне эпичного 4-звездочного или 5-звездочного. Сколько тут максимально звезд? 5 или 4? Эдгар, нифига, чувак. Лютый, с арбалетом, уважуха. Так, наносит, ага, 180 урона врагу. А здесь что? При получении урона от обычных атак и прямого урона от навыков есть шанс 10% призвать овчарку с 12% от показателя ОЗ и 10% от показателя атаки, применившего навык бойца. То есть овчарку можно вызвать, нифига себе. Хе, прикольно. Прикольно, я тебе скажу. Так, мы можем еще обычных персонажей. Ух ты, Шарлотта. Да? Трехзвездочная, блин, ну бабай. Блин, палец в рот не клади. Такая, знаешь, ну, прожженная, такая, проверенная боем, так скажем. И Дейзи. А по-моему, Дейзи у меня уже есть. Элитка. Так, знаешь, что мне хочется вспомнить? Как улучшать персонажей? Обучить. По-моему, здесь, да? Обучить, ну, например, обучить элитного или обычного. Давай сделаем. Ускорить. Окей. Получить. Бен. Однозвездочный, серьезно что ли? А, ну здесь же, да, мы можем только... Подожди-ка, а чтобы нам улучшить это здание, что нужно? Давай посмотрим. Улучшим, конечно. Чего нужно? Блин, командный центр нужно улучшить. А командный центр это у нас вот здесь. Улучшаем с тобой. Ну, минуту я уж подожду. Тут испытания будут, еще арена. Ну да, друзья мои, и монстры. То есть 100 монстров убиваем, получаем с тобой сундук. А вот что такое герой, пока не знаю. И как ты видишь, тут построек будет приличное количество. То есть вот вертолет, фабрика. А что на фабрике улучшить можно? Ага, командный центр. В любом случае нам придется ждать командный центр с тобой. А изготавливать могу только инъекции. Ну что, герои опять тут у нас. Изменить команду, конечно, пацана убираем отсюда. Такой чувак малой. С сумкой, с медикаментами, с гранатами первого уровня. Можно его повысить, но я его, наверное, лучше все-таки так, сбросить. Изменить команду, я его буду сбрасывать, ребят. Потому что, ну,
Я лучше вот возьму. Ядрите, вот это круто. Так, мощь команды выросла, офигеть как. И, наверное, медик оставить. Может быть, этого убрать. Да, я, наверное, уберу этого и поставлю вот так вот. 1672 мощь команды у меня. И смотри, самый слабый почему-то вот этот по мощам, да? 295. Это 298. Даже получается получше, чем этот. И вот эти вот однозвездочные, их стоит, наверное, ребята, тратить. Ну-ка, давай посмотрим, как я могу... Подожди-ка, как я могу улучшить, например, своих, ну, персонажей, да? Так, мы выполнили задание, получите награду. Ага, 20 кредитов. Получил. Рюкзак. Ух ты, фрагмент эпичного героя. То есть я могу собрать, что ли? Конечно, использовать. Ё-моё, Клемент. Так, кто ты такой, Клемент? А вот это что у нас такое? Эликсир энергии разведки. Восстанавливает энергию разведки. Ну, это я пока тратить не буду, пускай полежит здесь. Тут трофеи, материалы, бой и снаряжение. Снаряжения у нас пока с тобой нету. Так, изменить команду. В плане, подожди, изменить команду. Я же уже менял. Я же менял. Блин, ну-ка иди отсюда, иди отсюда. Так, давай поставим раз, два и три. Сохранить. Я, наверное, сохранить забыл сделать, да? А кто у нас такой чувак? Вау, бешеный доктор-маньяк. Восстанавливает 30% ОЗ, применившего навык бойца. Так, и ближайших членов команды. На каком уровне? На 61-м. Слушай, подожди. Ну, мне очень хочется узнать, как повышать им уровень. Так, повысить. Так, требование повышения. Такой же герой. Такой же герой. Или же 24... Ну-ка. А, нет, это для того, чтобы повысить, требуется. То есть, а где мне такого героя взять? Как мне его улучшить? Вот объясни-ка мне, пожалуйста. То есть, если, предположим, у нас есть с тобой вот эти вот дубли, да? Повысить. То есть, вот я трачу дубль, повышаем. И она становится двухзвездочная, да? Или как? Герой повышен. Ну, посмотрим. Это кто у нас была? Юки, да, вот она. Ну да, второй ранг. То есть также мы можем с тобой и вот этого повысить. 24 тысячи консервов нужно для одного улучшения. Вы издеваетесь, ребят, что ли? Да, 24 тысячи. Офигеть. Так, у нас повысилось, да? Можем еще? Мы можем еще улучшить. Слава богу, материалов у нас хватает. Ну тут уже 10 минут придется ждать. Ладно, пока это все у нас горит, пыхтит, мы с тобой пойдем на очередное задание. Компашка, так. Загрязненные земли у нас оказываются здесь. Ух, ё, просто тут. Нифига. Смотри. Так, ё, какой он ужасный. Дрить его на корень. Так, у нас все более-менее сильные, кроме вот этих двух, да, трехзвездочных. Но ничего пока не поделаешь, поехали. Интересно, как использовать навыки? Ух ты, псина плешивая, а? Безобразная какая. Ага, тут, значит, красные, я смотрю, не действуют, да, против них. А синие и синие. Зашибись. Зеленые зато неплохо их бомбят. А ну-ка, вжарим. Давай, 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 давай. Опачки, хорошо зашло комбо. Так, погнали. Сразу снесли. Четенько все. Так, ну-ка дай-ка я посмотрю, что вот это вот означает. Пи, на изи разобрал. Паренек. Круто, однако. Так, 4 звезды. Что ты хочешь? Тут, конечно, все пролетает у нас с тобой мимо. Это нанесет урон? Наносит. Но не такой сильный, как я хотел бы. Че, ничего. А, вот. Изузи. Все, убили псину эту. Двигаемся с тобой дальше. Вторая волна, кто у нас там? Ух ты, ё-моё, мутант какой-то чертов. Давай его. Опа, на. Так, минус псина. Окей. Так, дальше мы с тобой, наверное. Красные не действуют, да? Поэтому не стоит их даже собирать. Ай. Ну-ка, проверим. Хорошо бомбит. Доктор, что ты делаешь? Хиляет, ничего себе. По 200 там.
По 200, по 200 с лишним. Так, давай-ка темную применим. Темная тоже очень плохо отнимает здоровье. О! Самое эффективное, это, конечно, вот это вот. Вообще сносит на ура. Так, кровотечение повесили. Ну, мы, ребят, с вами прошли. Смотри-ка, как мы с тобой быстро набираем опыт. Скоро будет четвертый уровень. Жиробас. Два жиробаса. Я больше ничего не могу пока сюда поставить. Потому что у нас с тобой фабрика не прокачана. И, соответственно, я не могу ничего здесь нового для себя придумать. Так, это зомби-зеки, заключенные какие-то. Ох ты, как классно, смотри. Вот это я называю разнос. Ну, красный почему-то на них не действует. Вот зеленый, да, зеленый какой-то эффект дают. Красный, по-моему, тоже, да, на них неэффективны. От пули, как говорится, не убежишь. Ну, тут 4 волны. Так, а ну-ка. Сразу двоим досталось. Святой Грааль. Минус. Так, погоди-ка. Так вот сделаем. О! Нормуль минус псина. Давай этого пошинкуем. Готов. Так, будьте добры меня на третью волну. Так, опять псины, давай вот так сделаем. А им по барабану уже этот. Да-да-да, вот фиол бобит отлично. А вот синий, к сожалению, никак. Ну-ка давай добьем эту псину с тобой. Так, и эту тоже. Нормуль. Остается последняя волна, и там будет мини-боссик-зомби. Нифига себе мини-боссик-зомби. Ё-моё. С какими-то ножами перештопанный весь. Ух, безобразный какой. Жирный чел, а. Так, фиолка их неплохо бомбит, ведь так? Мы можем с тобой сделать, кстати, вот такую комбо. Да, ну что-то я не сказал бы, что очень хорошо их бомбит это. Поехали. Оу. Чё, серьезно, что ли? Так, а зачем мне, блин, скажи-ка, в отряде два медика, блин? А? Чё это я лопухнулся-то так? Зачем мне два медика, действительно? Ну, давай фиолом бомбанем. Фиолом бомбанем, плюс... Тихо, 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 отцепись от девчули. Зеленуха. Блин, давай так вот. Да у меня синяя только комба собирается, понимаешь? Так, минус. А, сразу двоих. Я думал, одного уничтожим. Совсем-совсем немножко остается до четвертого уровня. Так, получили с тобой двухзвездочного героя. Элита? А до этого... А до этого не было элиты. Смотри-ка, элита написана. Ух. Элита это, наверное, ну, сложные, я так понимаю, будут, да, чуваки? Проверим на прочность. Ну, что-то такое есть у них. Подозрительно. Но если ты попадаешь по ним именно... Тихо ты. Расшуршался. Блин, уничтожаем одного, отлично. Фиол, вот, вот сюда. Нормуль. Так, сюда святошкой. Да ему пофиг на красный. Тройная атака, что ли, у него получается, да? А ну-ка, дай-ка я активирую здесь зеленые все эти кристаллы. Да хорош уже, успокойся. Один минус и второй тоже. Это была только первая, да, волна? Так, какие-то стрелки, панки, этот вообще без руки. И этот тоже, кстати. Ну-ка. И то все. А вот так вот, если? Ага, не нравится ему. Тратим с тобой синий, чтобы они нам тут не мешались. Вот. Сейчас будет хорошая комбинация. Что это он нам сделал, интересно, ребят? Блин, я хотел просто посмотреть. Но нажал нечаянно. То ли меткость нам снизил, то ли что. Пока не могу понять. Так. Совсем что-то оборзели они. В корень, пастухи. На. Так, и этому теперь врежем. Отлично. Скоро будет элитный босс.
Так, сможем с тобой теневухой воспользоваться здесь. Так, а дальше что нам делать? Ага, есть комба. Есть комба, ребята, я сейчас буду ее применять. Так. Желтая, желтая, желтая. Давай вот так вот сделаем. Минус один. Дальше используем гранату. Фигня какая-то получилась. Оу, уничтожили все-таки одного. Ну-ка давай добьем его в конце концов. Будет тут еще хрюкать. Так, босс с арбалетом. Ну это человек, ребят. Это человек. Это не зомби. Я думал, что мы будем просто с зомбами здесь драться. Но нет, тут есть и рейдеры. А скажи-ка мне, где их нету, да? После зомба апокалиптического времени. Они как раз... Опа! Она хиляет. А вот это вот не надо делать, роднуля. Не надо мне тут своим хилом заниматься. Так, ну-ка попробуем вжарить ей маленько. Это бесполезно. Хотя достали. Я думал, промахнемся. Какая еще резня? Сейчас я тебе устрою резню. Ну? Фигня какая-то, а так? Блин, переливание крови, нафиг оно нужно? Вот. Все. Закромсали. Не получим, да, мы с тобой еще уровня? К сожалению. Так, однозвездочный герой у нас попадает. Так, открыты новые функции. Отлично, мы получили строительную схему фермы. Теперь мы можем сами построить ферму. Население убежища возрастает с каждым днем. Если бы у нас была своя ферма, нам бы не пришлось голодать. А мы и не будем. Кто сказал, что мы будем голодать? Так, выберите свободный участок, чтобы построить ферму. Да, я хочу построить. Для постройки и улучшения зданий нам нужна древесина. Наших запасов древесины недостаточно. Неплохо. Мы также получили схему строительства лесопилки. Теперь мы можем сами построить лесопилку. Окей. Это хорошо, друзья мои. А лесопилка нам нужна тоже, а? Вот она, древесинка. Так, подожди, не надо мне подсказку. Вот у нас с тобой кормежка. Чтобы улучшить лесопилку, что нам нужно? Да ничего, просто... У вас есть только одна строительная команда. И что же она строит? А, ну тут 24 секунды подождать. Ух ты, смотри-ка, мы с тобой получили сундук. Оу, тут куча ресурсов. Тут куча ресурсов, окей. Так, через 11, через 12 часов мы с тобой получим следующий сундук. Так, задание. Получаем. Отлично, так, билеты трофеев. А что такое билеты трофеев? Интересно. Почему они мне все время хотят изменить... А, не изменить команду, у меня когда новички появляются... Это сразу здесь же отображается. Еще 40 кредитов мы с тобой получаем. Спасибо. Так, ну что, у нас закончилось, да? Здесь строительство. Так, фабрика. Наверное, будем с тобой собрать. Будем улучшать лесопилку. Так, а это я смогу ускорить? За один кредит, да давай ускорим. Что там ждать-то? Дай-ка мне улучшить. Ускорить, окей. Так, давай посмотрим здесь. Чтобы улучшить, что нам нужно? Всего лишь 2 минутки подождать. А по этим? Один кредит? Да ради бога. Что, нам жалко, что ли, с вами один кредит потратить? Я думаю, что нет, не жалко. Фабрику тоже могу улучшить. За один кредит. До 3 уровня, пожалуйста. Можно мне ее улучшить? 4 кредита, да? Отлично. Так, а это у нас что такое? Закрыто. Бонус. Так, пройдите все этапы в главе 1. Ну. А, это получено, ё-моё. Вот здесь вот надо получать 100 кредитов. Нормуль. И вербовка опять. Бесплатные герои. Так, Бен. Такой чудик у нас был. Ломает кости, судя по всему, да? У него перк. Максимальный уровень 100. А здесь... Ё-моё. Барун. Максимальный уровень 140. Понял. 140 уровень. Ты видел? И чтобы мне прокачать до 2 уровня, что пришлось сделать? Я не представляю, что там нужно будет для того, чтобы до 140 уровня прокачать бойца.
Что там нужно сделать, извини меня? Сколько нужно кормежки, сколько нужно всего? Так, обучить, улучшить. Давай-ка мы с тобой будем улучшать. Ускорить я могу? Да. Так, давай-ка еще улучшим с тобой. То есть, все могу улучшать до того уровня, до какого у меня прокачан командный центр. Древесины не хватает. Понял, что? Древесинка нам нужна. Ладно, нам надо будет с тобой, естественно, добывать древесину. Ух ты, кто это у нас там? Лайонел. Какой-то задрипыш. А, паренька получили. Двухзвездочного. Так, а у нас наш основной парень... А, двухзвездочный, смотри, у нас их трое. Мы же можем с тобой тогда улучшить, получается, ведь так? Улучшить, это у нас... Так, это у нас обучить... Твою же налево. Я забыл, как опять улучшать герои, да, по-моему, здесь. Так, изменить команду. Нет, а если мне, например, надо вот, повысить. Ну, давай. Блин, еды не хватает. 24 тысячи. Слушай, мне надо ферму как-то развивать. У меня ферма же есть, вот она, да. Улучшить. Командный центр, пожалуйста, говорит, улучшите. А чтобы его улучшить, нам нужно с тобой древесина. Загрязненные земли. Так, мы еще с вами не прошли здесь. Ё-моё. Чувачок-то какой-то жесткий, наверное, будет. Ну, давай проверим. Так. Сделаем вот так вначале. Отлично, пошло. Минус один. Минус два. Обожаю, когда так происходит. Так, что нам с тобой сделать? Давай, это мимо. Твою налево, а все мимо. А что не мимо, то бесполезно, да? Ну-ка, если так сделаем. Псина готова. Так, дальше у нас. Ага. Вот так сделаем. Опачки. Каждому досталось по заслугам. Вот так сделаю. Не ушатал, а? Ну, давай здесь взорвем гранату с тобой. Уничтожили, да? И вот здесь ударим. Он с ножом. Он с ножом. Уничтожаем. Так, переходим с тобой на следующую волну. О, вот он, да? Босс-здоровяк. Ну, знаешь, что я тебе скажу? Что, по-моему, мы его сейчас разберем. Причем вообще в легкую. Ну-ка. Пса не убили. Хм. Давай так применим. Эть-эть. Ну, получали. Давай-ка его вот так маленечко помурыжим. Так, я думаю, сейчас псина отдуплится. Ага. Придется, ребят, вот так вот делать. Так, слушай, ты достал. Хиляемся. Атакуем. А что он не атакует? Странный малый. Минус босс и минус псина. Вот и все, друзья мои, победа. И мы получаем с тобой четвертый уровень. Рюкзак какой-то. Так, этот персонаж у нас с тобой уже был. Вся энергия была восстановлена. Так, ну что, идем на следующего жиробаса. Сколько волн там, непонятно, опять какие-то глюки, лаги. Мне кажется, что это в эмуляторе, ребята, дело. Так, потому что я когда на телефоне играю, у меня вот этого ничего такого нету. Все четко написано, все прописано, все, как говорится, тип-топ. Блин, а что делать-то? А, ну вот есть теневая у нас с тобой. Зеленуха. Дальше светуха. Так, минус пес. Еще минус пес. Так, ну давай. Минус зомбарь. Вот тут сделаем взрывчик. Нормулька. Двигаемся с тобой дальше. Так, два бойца готовы к атаке. Бесполезно. Так, двоим сразу достается. Святым.
ударом. Так, у нас еще есть один ударчик такой же. Ой, мимо, мимо, мимо. Конечно же, мимо, ребят. Ну, эти зомби ватные, насколько я вижу. Они вообще урона мне никакого не наносят. Особенно такого сильного. Жалко, вот этот, конечно, пролетает мимо. Так было. О, зато здесь попали. Ничего хорошего не получается из этого. Так, взорвем гранату. Отлично. Забомбили. Так, ну это все не то. Это все не то. Это тоже не то. Теневуха не попадает. Пролетает мимо. Так. Ну что вот здесь вот не дадут мне на... Во. Хоть что-то выпало. Хоть что-то выпало. Да. А дальше-то что? Ну давай зеленухой бомбанем. Отлично. Так, и переходим к боссикам. Боссиком. Он здесь один. Давай так сделаем. Зеленые. Красные это бесполезно. Фиол. Фиол, зеленуха. Так, ко всему прочему, давай вот здесь вот фиолом тоже бомбанем. Красные это, ну, ни туда, ни сюда. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Я вижу только пока одну комбинацию. Да эту бесполезную. Тоже бесполезно все было. Ну-ка, давай сделаем так. Минус. Хорошо. Так. Ё-моё, я только сейчас увидел, что у меня один чудик-то уже отдуплился. Нифига себе, я тут смотрю. Я даже за ними не смотрел, если честно. Думал, что они у меня бессмертные. Ну, прикалываюсь, конечно, но все равно. А у меня, кажется, уже одного ушатали. С УЗИ, который, да, был? Вот такие вот пироги. Ох, сейчас хорошо прилетит. И добиваем. Нет, не добили. А так если? Да. Взорвался. Блин. Чувачка-то мне завалили все-таки. Заполнено. Плюс 3. В плане заполнено. И вот у нас босс. Слушай, напоминает мне чем-то Джокера вот этот чудик. Там какие-то еще книжки у нас были. Слушай, автобой. Так, нужно пройти этот... А, вот оно что. Автобой у нас, короче, действует, когда мы проходим с тобой этап. Ну, точно как Джокер. Вот, и у нас будет доступно перепройти этот уровень, но уже на автобое. Понимаешь, да? Так, этому по барабану, что мы там в него попадаем. Во! Вот тут хорошо врезали. Так, здесь пропустим. Давай-ка заденем чуть-чуть. Добьем, наверное. Так, три волны. Переходим с тобой на вторую. Так, врежем. Сразу же его снесло. Просто сдуло ветром. Так, все хорошо, но... Во, вот здесь зеленое задело. Блин, желтые пролетают просто мимо. И от этого становится еще беней. Да ё-моё. Ой-ой-ой, тихо, не надо так делать. Блин, да дайте мне... Вот, зеленые. А, во, фиол. Что-то как-то фиол не очень тут хорошо. Да хорош. Фига не стрелки, а. С арбалетом, с луками они даже, да? А ну-ка, получи. Так, сейчас мы еще сделаем кое-что. Поехали. Минус. Ушатали мы его прямой наводкой. Ну, давай так сделаем. Фиолетовую бы, конечно, атаку хотелось бы провести. Ну-ка, граната, иди сюда. Давай. Есть. Так, ну что, где там у нас боссер? Вот он. Вот он, босс. Что-то мы так этому боссу сейчас влупили, что он просто уже сдулся. Смотри. Ти. Отлично. Придется так, наверное, сделать нам. Все. Я-то думал, здесь будет босс такой, ну, серьезно. Неужели мы так прокачались постепенно, что открыты новые функции? А разблокирована карта мира?
В этом апокалипсисе нам угрожают не только зомби, но и люди. В мире полно людей, которые хотят ограбить других. Боюсь, мы не сможем предотвратить возникновение такой ситуации. А раз так, то мы отплатим им той же монетой. Убежище? Мир. Я увидел врага. Мне кажется, мы должны напасть первыми, чтобы устранить опасность. Тыч. Так, атака. Предположим, такая команда у меня и остается. Ух, вот оно как выглядит все. Поехали. Дальше-то нам как лучше сделать? Вот так, наверное. Отличненько. Давай здесь. Ну, слушай, очень-очень классно. Смотри-ка, мы его разбираем вообще без особых проблем. Без особых. Так, ну-ка давай-ка подхилимся и из УЗИ постреляем. Так, добить сможем? Да. Ну и что? Что нам сделать? Ну, давай так вот. Эть! И не помогло, а так. Классно. Не добили. Не добили. Сейчас я... Что это такое? Тройной выстрел, и все, друзья мои, мы победили. Вот так вот. Победитель плюс 30 кубков. То есть это я, да? Ё-моё, тут еще понаоткрывалось-то. Какой-то флип-флап. То есть ты хочешь сказать, что на меня также могут напасть и ограбить? Кларк. А, стрелок, ковбой Джонни, ё-моё. Давай еще вербовку. Дейзи, ну Дейзи это уже повтор, уже фиг знает какой на самом деле. Но, в принципе, неплохо. Вот у нас героев. Мы убиваем с вами 40 героев, получаем сундук. Вот оно что означает. Так, здесь я не хочу ничего делать. А здесь получаем награду. Так, у нас билет для вербовки эпичного героя. Это хорошо, ребят. Это очень хорошо. Ну что, друзья мои, на этой ноте, пожалуй, мы сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!